Анадырская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства, в ходе которой выяснилось, что в Анадыре на предприятии региональная транспортная компания имеется задолженность перед работниками по заработной плате. После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена. Установлено, что перед 11 работниками общества с ограниченной ответственностью имела задолженность по заработной плате за апрель-июнь текущего года в размере более 900 тысяч рублей. Анадырский межрайонный прокурор в адрес руководителя организации внес представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена. После прокурорского вмешательства трудовые права работников восстановлены.